Коммунальное предприятие «Брест-Водоканал» обеспечивает всех жителей города над Бугом водоснабжением благодаря Муховецкому, Западному, Граевскому, Северному водозаборам и водозабору «Аэропорт». На их базе находится 88 скважин глубиной от 200 до 250 метров. Именно эта вода поступает к нам в дома, а начало наберет из недр земли. Вот это непосредственно сама скважина, в котором размещается погружной насос, который подает воду с этой глубины. Дальше у нас установлен расходомер, который позволяет контролировать подачу, сколько мы подаем воды, чтобы смотреть, как работают характеристики насоса, есть ли в нем неисправности. Наши скважины оборудованы системой автоматизации и диспетчеризации. Благодаря вот этим вот шкафам оператор, который находится на самом водозаборе, может непосредственно включить, выключить скважину, и все характеристики ее, так как расход, сколько она подает, и нагрузка, сколько она берет, диспетчер, непосредственно оператор видит это у себя на месте, и в случае отклонений может принять решение выключить ее или сообщить ремонтной бригаде, что происходят какие-то сбои. Вода в областном центре имеет свою особенность, она богата железом. Поэтому перед тем, как дойти до потребителя, вода проходит фильтрацию, где избавляется от примесей. Но это не единственная мера, которая применяется к воде, чтобы ее качество соответствовало стандартам. Специалисты лаборатории на водозаборах ежедневно производят отбор проб на проверку соответствия ее санитарным правилам и нормам. Людям нужна качественная вода не только, чтобы утолить жажду, но и для других хозяйственных нужд. А значит, и мощность водозабора должна соответствовать их запросам. Его проектная мощность 27 тысяч кубических метров в сутки. Основные потребители нашего водозабора – это район Речица, Дубровка и Центр. На водозаборе Западном пробурено 23 скважины, которые используют Синоманский водоносный горизонт. Глубина скважин составляет от 200 до 250 метров. Контроль качества воды проходит в лабораториях коммунального предприятия «Брест-Водоканал» ежедневно. Здесь проверяют воду по нескольким показателям – физико-химическим, микробиологическим и радиологическим. Мониторинг проходит на всех этапах движения воды – от скважин до подачи потребителю. Ежедневно вода исследуется на такие показатели, как железо общее, органолептические показатели – это цветность, мутность, запах, вкус, и микробиологические показатели. Также раз в месяц проводится анализ на обобщенные показатели – это pH, окисляемая жесткость и общая минерализация воды. Кроме этого, программа производственного контроля предусматривает полный химический анализ воды по неорганическим показателям и показателям физиологической полноценности воды. То есть вода исследуется на содержание нитритов, нитратов, аммиака, хлорида, сульфаты, фториды и также ряд металлов. Также мы проводим радиологический контроль качества воды на альфа-бета-активность и цезий. Ежегодно лаборатория проводит свыше 13 тысяч отборов воды, и, как отмечают специалисты, все пробы на выпусках водозаборов соответствуют требованиям санитарных норм и правил, действующих в Республике Беларусь. А значит, вода из подземных источников хорошего качества. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если на пути скважина-потребитель проводятся какие-либо работы. Это может быть связано, где-то ведутся ремонтные работы, какие-то переключения происходят. Также сети уже в некоторых районах требуют замены. Поэтому распределенной сети бывают случаи, но мы незамедлительно реагируем и приводим все в соответствие нормам. А потому переживать за качество водопроводной воды не стоит. За нас это делают специалисты и пока отлично справляются со своей задачей. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.